Так, а еще в это время года здесь вот такие вот грибы есть. Морчки. Оп, корень не вынимаем, потому что он будет полностью в земле. Чем хорошо? Не песчаная местность, поэтому песок вот в эту штуку не забивается. Обычно они на песке растут и, соответственно, забиваются очень сильно. Вот, ну-ка, уже сколько там, 4 или 5 штучек есть на сковородочку. Вот они уже помытые сморчки. Сколько тут? Ну, сковородку хватит, то есть, ну, вот так вот, если... Вот. Да, ну, если отравлюсь, то все, первый циничный зачахнет.